Дых. Вот такое наше счастье. Еда, все, давай. Все ручное. Вот такое красивое. И вот такое красивое, толстое счастье наше. А вот такое. Вот такое показали уже. Пусть мама услышит, пусть мама придет. Пусть мама меня непременно найдет. Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. Где вы блох опять набрались? М? Кто? Дети. Блохи он. Только ж вас всех покупали. Только все. Чего ты? Эй. Ой, ты какой злой. Что такое? Сейчас поставлю молока, принесу. Сейчас все помою. Давай молочко. Маня, вот. В еде. Так, не делай этого. Маня. Что это такое? Лишь бы лапами, давай все вышвыривать. Дети, кушайте, идите. Во. Лёля, первая. Один дедок пришел. Молочка. Маня опять заболеет, ты понимаешь, она ж не оставит болю. Камышик, иди. Видишь, мы их от нас сушат. Убрали. Опа, опа, боль такая. Ти-ти-ти-ти-ти. Так, скажи, Лёля, где еда? Где еда? Давай, иди. Манечка, иди на ручки, иди. Иди. Скажи, папа, ты не понимаешь. Там же Боля. Давайте все, оп. Сидим. Эти на сух вообще плохо знают. Последние котята. Конечно, не хочет, скажи. Мало того, что там еда. Нельзя, Маня, так делать. Все, молоко туда, все смешало. Ну, ты ж хозяйка медная говорит. Тебе виднее, да, как там должно быть? Иди ко мне. Я тебе переверну. Пакостница, бандюганка. Шустая такая стала. Слава тебе, Господи. Так что я говорю, банты еще на сух. Талюшка отдыхать скоро будет. По сравнению с Маней. Ну и ходит уже, как банда еще такая. Я тебе пойду. Хочет покушать, это одна история. На сухе шкодно. На сухе просто. Ты видишь, те котята, которые были с насухами, они их не боятся, понятно. А теперь, как к Мане отсадили, хоть они и рядом в вольере с насухами, но тем не менее уже отдельно. И новые котята побаиваются. Из оставшихся котят забрали вот только камышика. Остальные, скажи, ждут своих мам. Ото полез наверх. Ото, кото. Маня такая. За котятами. Что там вы уже потащили? Что-то там уже такое шкребут. Серый котенок такой. Что? Конечно. Да. Жалуйся, да. А куда ты сразу побежала? Не лезь. Я буду ругать. Ругать буду, говорю. Ну то держи свою Боню. Вон шарики какие вам прислали. Маня нет. Маня. Ой, не приди. Маня. Иди просто поешь. Не развозюкивай вот это вот все. Иди ко мне. Она уже бандитка, ты понимаешь? Она уже
И выкида не особо дается, когда бандитит. Вот мой мальчик. Вот, вот молодец. Сделал свое дело кошачье. Гуляй смело. Предводительница на сухо. Ощущение, что полный дом на сухо. Куда ни глянешь, везде. Везде на сухо. Вот. Второй пошел. Молодцы. Скажи, все котят. И вот третий. Так. Оставь паштет в покое. Иди кушай здесь. Ну. Все, раскидает весь паштет по всему. Вообще опять мыть пол. Выгул мани. После него всегда нужно мыть полы. Вот, вот. Смотри, как уже. Раз. И боля на столе. Заходим, друзья. Опа! Прыгнула в интернет-магазин. Боля, как я показала. Кружечки, магнитики. В конце концов, не знаю... Там футболки, как там наши, придут, не придут, когда они, ну они-то придут, другое дело, когда придут. Камыш такой решил паштета поесть. Это кто? Кто это, Маня? Пронесся. Маня? Вдоль по Питерской. Если ты гыдым, ты слышишь, что это Маня или на сухе? Ты гыдым? Ты гыдым сплошной. Ты гыдым. Это куда Боня, туда и Маня. Куда Маня, туда и Боня. Сплошной ты гыдым. Иди, иди, иди по запаху. Иди к молоку. Ду-ду. Если бы, конечно, не последняя кошка не подкинула нам 5 котят, то уже все, да, потому что 2 котенка забирает. Мы как раз думали, что это будет камышик. А и второй котенок. 7. Оставалось 2, мы думали уже, что уже все. Что на этом наша кота-история в этом году заканчивается. Кошек, стилизуем. Маня. Маня, оставь кота. Вот шкодина такая, а. И уже Люська отдыхать скоро будет. И на сухе, это, вот, знаешь, как крыска Лариска и шапокляк. Вот Маня сейчас, это уже шапокляк, а Лёля и Боня, ой, ой, достает кота. Скажи, я сейчас не понял. Скажи, что это за шапокляк с крыской и с Лариской? Это было не... Лёлик и Боля, как Риска и Лариска. Назвать. Эта банда здесь заправляет теперь. Все, загнали кота в угол. Получи, скажи. Получи. А Лёля, она ж познакомиться хочет. С этой бандой можно только смириться. Скрыться, убежать невозможно. Не, конечно, можно отбиться. Слушай, ну, Маня, Боню вообще вот из виду просто не упускает, понимаешь, не оставляет ни на секунду. Вот ты помнишь, та же самая история, Маня, была, ты посмотри, была с Люськой и Соней. И все возмущались, там некоторые, не все, понятно, что все больные. Ой, Люська замучает Соню. Угу, замученные прям обе. Так и тут, та же самая история. Она выбрала себе, Маня выбрала Боню, подружку, все. Лёлик ей не нужна так. И чем дальше, тем она ее вообще отпускать не будет. Ага, ага, ага. Куски манго.
Подожди, а где они их набрали? Я не могу понять. По-моему, там что-то... Они, мне кажется, там склад под диваном устроили, понимаешь? Потому что, мне кажется, они пакет туда целый с этими манго. Где-то там спрятали и таскают. Понятюганы.